Добрый день! Иногда между бойцами происходит настоящая битва, остановить которую невозможно. И в таких ситуациях именно рефери является важным героем происходящего. И в этом видео мы посмотрим на несколько ситуаций, когда рефери схлестнулся с бойцом. И начнем с этого видео. Когда боксеры вошли в клинч, рефери попытался развести их, но один из спортсменов сказал что-то оскорбительное. Рефери дает ему леща, а боксер толкает его в ответ, и начинается замес. Рефери быстро угомонил боксера, но его это не удовлетворило, и он продолжил атаковать лежачего боксерчика. Потребовалось несколько человек, чтобы остановить гнев рефери. А в этом бою боец в синем шлеме нанес запрещенный удар коленом, и судья остановил бой. В ответ на это боец в синем шлеме начал атаковать рефери, но в итоге чуть не проиграл, попав в партер. В конечном счете на ринге начало происходить какое-то непонятное мордобитие. Только посмотрите на реакцию этого рефери, когда один из бойцов падает, а второй пытается пробить ему классический лоу-кик в голову, рефери наносит стоп-кик по атакующей ноге, прямо как учил Брюс Ли. А этот бой между двумя каратистами начинался вполне хорошо и ничего не предвещало беды. Однако в процессе боя противники начали обмениваться взаимными оскорблениями. Боец в белом кимоно назвал себя папочкой бойца в черном и даже сказал, что водил его маму в кино. И тут внезапно настоящий папочка бойца в черном вылетает на татами, чтобы наказать самозванца. А в этом бою мы видим, как один из бойцов забивает второго, и рефери пытается остановить бой. Однако доминирующий боец настолько вошел в кураж и наполнился яростью, что никак не реагировал на команды рефери, и тот был вынужден применить воспитательный удушающий прием. В этом боксерском бою рефери попытался рассоединить клинчующих бойцов. Один из них сперва наезжает на рефери, а затем нападает на своего оппонента. Один из помощников вылетает на ринг и красиво опрокидывает беспредельщика, давая тому возможность подумать над своим поведением. А здесь мы наблюдаем бой по правилам кикбоксинга. Один из кикбоксеров улетает в нокдаун и встает, но из-за помутневшего рассудка он продолжает бой, но не с противником, а с рефери. Рефери захватывает кикбоксера и пытается привести его в чувство.
А здесь мы наблюдаем исключительно красивую работу рефери, который применяет против каратиста подсечку. Известный рефери ММА Джон Маккарти, парень не маленький, 190 сантиметров роста и 110 килограмм веса. И все это было сконцентрировано прямо на бойца ММА Райана Джонсона. Попытки остановить бой. Джонсон был в ярости, но напасть на Маккарти так и не решился. Здесь у нас бой между Дэном Харди и Якихиро Гоно. Рефери показывает отличные рефлексы. Как только прозвенел гонг, он бросается и откидывает летящего бойца, пытающегося влететь с колена в противника. А в этом бою спортсмен в красных перчатках быстро успокаивает соперника, и рефери останавливает бой. Но, как мы уже выяснили ранее, иногда бойцы продолжают вести бой с судьей, считая, что делают это со своим соперником. Посмотрите другие видео на нашем канале. Также скоро выйдут новые ролики, так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий. Не забывайте подписаться на наш Яндекс.Дзен и паблик ВКонтакте. Ссылки в описании.